По моей команде все закрыли глаза. Бесков! Хомич! Бобров! Меня зовут Виктория Стрелкова, атташе по культуре. Мне поручено вас сопровождать. Ну что, ребят, вот он наступил тот день, ради которого, наверное, мы все родились. И те десятки тысяч англичан, которых вы сейчас слышите, что они думают о нас? Уже в первом матче вам предстоит сразиться с лондонским Челси. Вы что, боитесь? Не, не боимся. Да лучше футболист Советского Союза, он вообще ничего не боится. Мне нужна история про то, как дикарей будут учить играть в футбол. Продается не монстр, продается история любви. Монстр и красотки. Я еду влюблять в себя лучшего русского. Это пипер. У него подпольный тотализатор. Есть шанс неплохо заработать. Три раза прыгнуть, два раза поймать и все. Вы что, не хотели? Так, ни слова не понял. Русские пьют водку. В этом их сила. Надо что-то делать. И с твоим Бобровым тоже. Ты можешь остаться в Англии. Серьезно. Это очень хороший деньги. Она еще не просила вас остаться. Вы будете ее любить, а она вас продавать. Культуре, да. Но тогда почему она сует свой нос туда, куда не надо? Наша «Динамо» — это не только футбол. Товарищи, представляете, как автомат принимает советские пятаки. А вот кола дрянь. На, попробуй. Я? Пей, пей. Полезно. Не твое.